И всем здорово, ребята! И сегодня у нас будет эксперимент. Кто же умнее, Фредди или Бонни? Кто тупее, кто умнее? Ну, вы поняли по названию видео, кто у нас, кто будет умнее, кто будет тупее. Мы с ним сразимся сегодня, кто будет самым сильным, кто сможет меня победить там. Ну, короче, вы все поняли меня, ребята. Не забудьте подписаться на канал. Мне так кажется, что все проиграют, кроме меня. Я всех выиграю. Подпишись на канал, поставь лайк, ну а мы начинаем. Первым делом я поставил такую мини-арену. И, короче, смотрите, здесь мы будем сражаться с этими Фредди и Бонни. А здесь для них мини-IQ-тест, где они вот здесь будут, типа, будут Бонни или Фредди. И точно так же, как и здесь. Они должны будут про паркур. Даже я смогу здесь очень легко, ребята. Очень легко, я думаю, все справятся. Я не знаю, если они справятся, то они очень жестко тупые. Так, берем это. И думайте, как же я их загрю? Ты будешь жвать? Нет, я загрю их жителям. Значит, берем. Давайте здесь Бонни. А здесь смотрим. И спавним для них. Все, погнал. И черт. Ну, Фредди так. Очень громко. И они, ребята, вдвоем. Ты дебил? Так, ты тупой. Ты у нас тупой. Ладно, тупой, давай. Давай, Боняш, пройди. Давай. Ну, Фредди, ну, все, не справились вдвоем. А сейчас у нас будет, ребята, жесткая битва со мной. Как бы, ну, это наша будет традиция, давайте на канале, убивать аниматроников. Блин, я забыл игру. Сейчас мы берем вот это. И я, ребята, готов, сейчас сделаем выживание и будем с ними сражаться. Кто же умнее, Бонни или Фредди? Ребята, за кого болеть? Я чисто болею за Боняша, Бонни мне больше... Они идут обратно, ребята, вы посмотрите, они идут обратно, им пофиг. Они не хотят же, они струсили. Не знают, что я в прошлой серии победил всех кошмарных аниматроников, теперь они боятся. Ладно, начинаем. Ну что ж, вы готовы, ё-моё? Погнали! Чё? Что? Нет, я понимаю, ну, конечно, то, что они... Что? Они мне с одного удара, не яблочки мои... А, нет, вот мои яблочки. А как с ними сражаться? У меня вопрос. Как с вами сражаться? Вы два дебила. Как с ними справляться, если они убивают? А я, кажется, знаю, как с ними сразиться. Мы, как настоящие супергерои... Надеваем костюмчик, оставляем броньку. Вот такой закрыт. Они мне не атакуют, потому что я сам не мотрюк. Мы проверяли это в одном видосе. Посмотрим, можем съесть яблочко. У нас появляются дополнительные жизни. И мы начинаем битву. Не дурак, ё-моё. А, у меня установлено уже все. Я сделал, ребята, от такого лица. Я не знаю, как справиться. Но давайте подадим им сигнал. А, я знаю, шеша. Все, мы замедлили, а теперь погнали. Ну что, здорово! Придурок, ё-мо! Как громко! Ну готов первый! Ну что, Фредди, ты готов? Все, давай, проиграй. Все, ты проиграл, мужик. Все, давай, иди сюда. Иди сюда. Что ты, куда ты убегаешь? Ребята, он струсил. Не знаю, конечно, я... А вот у меня IQ тупой. Ну ладно, прости. Да, сейчас. Ой, я вообще мало все прибили его. Просто. Ну я выиграл, как бы, потому что они забавили. Вроде вообще секунд, так что я считаю, победил Бонни. Он сражался один, ребята. Бонни первым делом на меня напал. А Фредди, когда я на него пошел, он бы просто начал убегать от меня. Он трус вообще, он вообще дебил. Так что ты проиграл у нас. Прости, конечно, братан, но ты проиграл. Все, все, ты лох, все, ты полнейший, все. Он обиделся, он даже обиделся все на меня. Ой, ну вот так, блин, сейчас снимем. Вообще, ребята, мы молодцы такие. Мы молодцы такие сегодня. Ой, капец, молодцы мы, ребята, молодцы, как бы говоря. О, господи. Все, ребята, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. Ждите следующих роликов. Завтра уже выйдет следующий ролик. Завтра конец уже, практически неделя уже. На этой неделе я попытаюсь выпустить стримчански.
Может же и сегодня выложу. Ну, в общем, ждите, ждите, ребята. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Ну, пока что всем удачи и всем пока!